Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, и у нас The Lab, очень давненько не было The Lab, мы уже много чего прошли, я уж совсем про неё как бы, совсем уже давненько не было его, мы здесь много чего сделали, я опять в этих наушниках с петличкой, потому что наушники тебе давят, я, короче говоря, жду другие. Мы с тобой играли в дерево, там был продавец из Доты, как написали. Мы с тобой играли в этот игровой автомат. Мы с тобой ходили по полям сражений всяких, там как это, по всяким полям. Здесь мы кидались всякой херней, там мы стрелялись в лучников. Не были мы с тобой вот здесь вот. Я не знаю, что-то обновлялось или нет, какие-то непонятные планеты. Какой-то череп, но я в прошлую серию мотанул и понял, что мы закончили с тобой вот на этой вот херне. Это у нас какой-то непонятный робот-репейр, починка робота, судя по всему, это называется. Ну хорошо, да, посмотрим. После Харарюк-то, блядь, отойди маленько. После Харарюк-то отдохну чутка. Уважаемый младший ремонтик, добро пожаловать в центр реконструкции и отдыха роботов с... Заткнись нахер. Короче, инструменты, что-то там надо проверить. Ага, окей, а как это, как это? Я... Чё? Чей-то? Пожалуйста, найдите зарядную станцию. А, зарядную станцию, а где она? Ага, вот она, окей, пойдем. Так, зарядная станция. Ага. Теперь нажмите на кнопку на инструменте. Окей. Чего, бляха? На станции ремонт... Выдвижные ящики. Бляха! Уйди, хорошо, я понял. Чуть поближе подойду. Во. Так, отлично, открыл. Значит, тебя открою. А, только тебя. Ну, открыл, что дальше-то? Да стой ты на месте-то, ну. Или какой-то другой еще нужно открыть, ну-ка. Эй, алло, чего, как, куда? Я все вроде открыл, что? Может, вон туда нужно что-то открыть? Нет, ни хрена. Открой. Окей, ты, говорит, напрактиковался, теперь открывай правильный. А правильный-то какой? Мне же не говорят, какой правильный-то. Ага, правильный вот этот, хорошо, окей. As explained in your orientation, you should, of course, never look directly into the drawer. Room sensors indicate you are currently looking directly into the drawer. You have just indicated with the Amateur Science Pocket Universe. Да ну хорош, а чё мне ничего не пишет-то? Закройте ящик, чтобы запустить экстренный протокол. Зараженная карманная вселенная сожжена. Найдите рычаг, окей. Вот, на этом мы где-то в прошлый раз и закончили, по-моему. Я почему в этих наушниках мне не нравится? Потому что они вылетают из ушей все равно временами. Тихо, дружище, тихо! Тихо, друган, спокойно! Ты чего? Я тебя сейчас как протну, это хер... Я понял тебя, будешь на меня выебывать, тебя еще раз ставят. Как можно понять, по этой полиграфической схеме с ремонтом роботов справляется даже младенец, имеющий базовые знания углубленного курса электромеханики. Чтобы начать ремонт данного экземпляра, зацепите его лицевую панель инструментом и потяните его изо всех сил. Окей. Вы можете услышать звук, напоминающий механический крик, но помните, хоть роботы и чувствуют боль, они не могут ее выражать. Так, как это захватить-то? О, твою же ж мать! Дай-ка я отойду маленько. Офигеть! И чё? Это все? Подожди, или это не все еще? Все вроде, ну? Чего дальше-то? Вот это ты здоровый, блин! Да не бубни, тебе же не больно, ну? Куда ты? Робот Repair Button. Пожалуйста, продолжайте тянуть. Окей, я тяну. Тяну изо всех сил, у меня все не получается до конца дотянуть. Так, Robot Repair Button. И как ее нажать? О, а что это? Ну окей.
Вытяни цветовую панель полностью. А я что, не полностью, что ли, вытянул? Хорош. Ты издеваешься? А, это у меня этот был какой. Так, лицевая панель. Так я на все вытянул, все. Слышь, что? Эй! Может, еще тут что-то... Please fully extend the base plate. Хорошо, а, нажмите кнопку с надписью «Починка робота». Хорошо. Хорошо, следующий шаг. То есть для привода Dead. Ты чё мелешься, друг, когда я ничего не понимаю? Ну иди ты нахер, слышь, с этими заданиями. У вас запас 30 секунд, после чего тепловой реактор, уже отключенный от теплообменного блока, взорвется. В смысле? Алло! Какой? Чего? Не торопитесь, осталось 15 секунд. Так я все починил, отстань. Все, ну сейчас взорвется все нахер. Все, отстаньте. Зафиксировано чуть... Включен расслабляющий. Чего? Какие нахер звуки океана? Ты о чем вообще? Тут это какие-то чайки. Что происходит, эй? Да это ты! Поверить не могу, неужели робот не справился с простей? You've opened all our eyes to what humans can achieve when you put your tiny little minds to it. Repair station assignment initiated. For your own safety, please vacate this station immediately. Покинуть станцию немедленно, в смысле? Не слушай его, с тобой все. Твой первый день чуть не обернулся катастрофой, смерть была бы хорошей альтернативой. Я стараюсь держать вот так, чтобы ты успел прочитать, я раз ничего не успеваю. Охереть, какой здоровый завод. Происходит пересборка ремонтной станции. Знаешь, сначала я не хотел проводить программу расширения человеческого штата, но когда я увидел, как ты крутишься, а будто поняла, что была не права, это уморительно. Честно говоря, мне кажется, что ты слишком легко справляешься с починкой роботов. Для тебя у меня есть задание получше. Пересборка ремонтной станции завершена. Благодарим за участие. Это запись, он не может говорить по-другому. Goodbye. Прощай. В смысле, все? Ой! Ты дураки, что ли, совсем? Хе-хе-хе, дефилоиды. Бляха, меня раздавили, прикинь. Ой. Это лаборатория после того, в чем мы играли, после того во все, что мы играли в VR, лаборатория это кажется очень сильно мясом таким непонятным. Что-то всего много, что-то все трещит, пердит, свистит, того, как это. Несмотря ни на что, я думаю, выжил в карманной вселенной номер 8. Окей, это я молодец. Так, хорошо, а что у нас тут? Давай посмотрим. Ну-ка. Solar System. Солнечная система, что ли, или что это? Блин, походу да, ни хрена себе. Давай поизучаем. Ой, как же напрягает. Я не знаю, у меня прям это... Столько всего там... Ебать! Ха! Вот это хорош! О-о-о-о! А что-то звезд-то не хватает... Ой, в смысле, планет-то не хватает, по-моему. Бляха, вот это вообще нормальная идейка, прикинь, сделать симулятор вселенной. Это же прям можно будет ходить, и прикинь... Во, я тебе гениально говорю мысль, короче, нужно, знаешь, как сделать? Нужно сделать симулятор вселенной. Как помнишь, мы с тобой игру какую-то играли, как она там называется? Где диван-то? Не помню, как игра называется. Там, короче, был этот, как его? От бактерий, там ты мог становиться животным, там, хиротным, планетой, всем. Вот то же самое, только VR, чтобы можно было это походить, посмотреть, офигеть! Это Сатурн. Окей, Сатурн, ну я понял. Эй, Сатурн! Сатурн!
упал. Я сбил Сатурн с его орбиты. Нет, это катастрофа. Сатурн, подожди. Я пошутил. Иди. Извини, Сатурн. Так, окей, а где Юпитер? А, так они, наверное, крутятся. Конечно, Сатурн. А Юпитер-то вон. Бляха, подожди, я запутался. Да, там Юпитер. Это Сатурн. Уран, Нептун, Плутон. Да, Нептун, Плутон уже не планета. А вон они, тихо. А что, если их местами поменяю? Прощай! Бляха, а где Земля? Так, это Юпитер. Да, это Юпитер. Газовый гигант. Бляха, солнечные вспышки, смотри. Так это что, если это Земля вот так где? Подожди, вот это Земля? А, это Марс! Ты чё, с ума сошёл? А где Земля? Подожди, Марс? А, Земля вот на этой полосочке, окей. Так, ну-ка пойдём Землю искать. Бляха, а чё такая маленькая-то? Ты посмотри! Серьёзно? Я чё-то думал, что не настолько всё плохо. Ты посмотри, какая она маленькая по сравнению с Юпитером. Охереть! Это, блядь, яичко-носорога, что это? Э, алло, там есть что внутри, да нет? Где инопланетяне-то все? Инопланетяне! Хочешь землю там потаскать? Блядь, она меньше этого, серьезно, уди-ка. Ты этот, ты кто? Уран, ты посмотри, в смысле? Они же должны быть не вроде не такие размером-то, ты чё? Пиздец, вышел человек в открытый космос. На тут. Ой, нет, подожди, мы все умрем. Нельзя сюда. Надо на свою траекторию поставить. Вот она едет, траектория, вот она. Все, извините. Ты кто? Меркурий. Блять, Несквик какой-то. Завтраки. Венера. Солнце, подожди-ка. Да в смысле? Ну-ка иди сюда. А, нельзя, подожди-ка. Я внутри солнца! Охуеть! Бляха! Я сейчас сгорю! Юпитер! Пойдем со мной! Пойдем покажу тебе солнце изнутри! Умри там! Блядь, дурак, что ли? Меня пугаешь-то! Блин! Вот это ты чё крутишься-то? Стой! Тебя можно раскрутить сильнее, на-ка? Космический футбол. Бляха, вы такие маленькие! А ты кто? А, ты чей-то там остался. Да хрен с тобой. Венера. Чё это? Чё-то жую. Блин, тут вспышки на солнце. Офигеть! Вот это охереть, да? Так, ну-ка пойдем. А где Луна? А, Луны-то нет, она же маленькая. Бляха, мы же сейчас могли с тобой посмотреть на темную сторону Луны, прикинь. Охереть. Бляха, а это настоящие звезды? Где там медведица? Конь? Лось? Где? Где все эти? Бляха, Юпитер, ты такой дурной, иди сюда. А ты ударился, не смотри-ка? Бляха, так прикольно. Как отсюда выйти? Вот. А это тоже система, подожди. Сейчас новую планету сделаю. Ну-ка пойдем вон на задворки солнечной. А где? Ну не хочешь, как хочешь. Бляха, вот это вообще козырно прям было. Блин, охереть. Прикинь, мы только что в космосе с тобой побывали. Обосраться прям. Вот это, там еще что-то, подожди-ка. Окей. Так, подожди, а? Здорово. По-моему, да это же и было все это. Блин. Я ведь это, раньше это в VR-то не так ходил, не так удобно было, не так понятно. Сейчас-то все это гораздо привычнее стало и... Ой, ты кто? Ты кто? Ты чего?
Ты что тут делаешь-то? Эй! Эй! Как его открыть-то? Ваш человек в банке, откройте, ёпты! Пацаны! Выпустите чувака! У меня шорты слетели, выпусти там чувак, ну! Барабанщик, смотри, барабанит. Жалко-то сходить нельзя. Так, ладно. Придурок на погрузчике колесит. Так, давай сюда зайдем. Это что такое? Скелет? Человек? Да. Давай посмотрим на человека, что бы и нет. Блин. Привет. Я, короче, что тебе? О! Ох, нихера себе! Смотри-ка, можно разрезать мозг. Охереть. Да в смысле, я фокусник, понял? Вот это да. А где органы-то все? А чё это? Писюны все. Хе-хе, был писюн, нет писюна. А я могу себя отрезать? Да все, а чё прикол-то? Это можно как-то вытащить или чё? А есть что-то кроме порезать, что-нибудь другое? Это перейти. Подожди, в смысле, нет ничего кроме другого, как порезать? Чё, я могу только резать человека и все? И какой в этом прикол? Где там? Кто главный? Дайте других инструментов. Нитку дайте, я его сошью по-другому. Зачем это нужно-то? Слышь, чё? Нахера? Какой прикол резать человека? Чё такое? Херня какая-то! Или это типа изучать строение костей? Зачем? Это что вообще? Он, по-моему... А, это кишки. А так вот там разве кости есть? Какой-то сломанный у вас человек. Слышь, у него все ребра переломаны. Ну-ка, восстанови мне нового. Что за херь? Неинтересно у вас тут вообще беда. Какую-то херню мне... Где диван-то? Диван где? Где диван? Эй! А, вот диван, спокойно. Потерялся. Все эксперименты в карманы вселенной номер 8. В смысле все? Чего? О, да. У меня баняна. Ай, баняна. И взорвались при... Ты чё, дурак? Ну-ка сюда. Э! Пойдём. Rhythmic core relocation underway in Pocket Universe Lab 8. Object retrieval training underway in Pocket Universe Lab 8. Да принесла, мол, какой молодец, ты посмотри, а. На еще. Да не надо мне вот это, на, принеси. Молодец какой, Вот ты молодец какой, Пойдем мы туда еще сходим. Я просто, по-моему, только в одном месте здесь был. А это можно переключить. Да, смотри-ка. Охереть, ну-ка. Блин, точно, мы же только на одном месте были. Мы сейчас всю эту лабораторию досмотрим и закончим с ней. Бляха, это очень классно, на самом деле. Это даже не игра, это просто типа демонстрирование возможностей VR. Ты типа заходишь такой и демонстрируешься. Другим демонстрируешь. Прикольно. Ух! А, тут мы были, по-моему. Или нет, подожди. Да, тут, по-моему, мы были. Да, и тут что-то спускался вроде. Так это, подожди, это не то. Ну-ка. Окей. А, и там какая-то Италия, я еще видел, и еще что-то типа того. Сейчас узнаем, сейчас прошарим, сейчас увидим, сейчас красавцы.
Грузись быстрее, лаборатория, ну. Отличненько. Оп. Не ори. Так, спокойненько. Давай вот в этот. Вот сюда. Это не пойми, что там написано. Исландия, Лава Тьюб. О, Ютьюб, Лава Тьюб. Нормально. Рауфархолсхеллир, Лава Тьюб. Это, наверное, этот, как вулкан. У них же там в Исландии слова-то пиздец непонятные. А холималялялюли, там какой-то был вулкан. Сулимахалява. Ой. Охереть, а куда можно-то? А, вот сюда можно. Блин, жалко тут ходить. Ебать! Блять, как громко. Да в смысле? Где еще-то? Че, все что ли? Блин, тут холодно. Три места только. Бля, как громко. Че, серьезно, только три места? Ну ёпты. Я так-то посмотреть хотел как следует. А тут чё? Ой, даже собачки. Ой, до свидания. Ой, неинтересно. Не-не-не-не. Неинтересно. Совершенно. Вообще отвратительно. Я не согласен. Я не хочу на это смотреть. Даже что так близко-то постоянно. Against all odds, test traveler of Pocket Universe Lab 8 has survived. Окей. О, где я? На месте почти, нормально. Так, Венеция, Италия. Это последнее, что мы здесь посмотрим в этой лаборатории. Ну давай, Венеция, удиви нас хоть ты. Буэна Куртуэль. Изовнопатент. Изовнопатент, эй. Дружище, я такой... А, тут можно ходить прям везде, ну это хорошо. Так, лови. Какой молодец он у меня. Да на палочки мне таскают. Да-да-да-да-да-да-да-да. Неси. Неси, 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 быстрей. А я от тебя убегу. Блин, это все что ли? Ты такой прям красавчик. Ай, не прыгай, смотри. Давай. Да-да-да-да. Бляха, ну молодец такой, прям беда. А вот побегай-ка за мной. Это музыка играет. Не, это, конечно, тухленькая Венеция, если честно. А чё палку мне не несём? Алло! Эй! Железный, палка где моя? Убежал, прикинь. Ну, я бы, конечно, не сказал, что здесь что-то... Я бы не сказал, что здесь что-то веселое, но, блин, Венеция, так Венеция. Молодец! Молодец! Молодец. Молодец. Не дотянусь до тебя диван там. Пойдем сюда, пойдем сюда. Вот сюда пойдем. Пойдем. Ты-ты-ты-ты. На. Вот, да-да-да-да. Все, ладно, давайте на этом заканчивать. Такая вот лаборатория. Очень давненько ее не было. И тут она, короче, внезапно взяла и закончилась. Давайте и мы на этом закончим. Сейчас я все сниму. О, лицо, короче, прям приедает этим VR-ом, беда прям. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, на инстаграм. Комментируйте, ставьте лайки. И всем до встречи в следующих игрушках, ребятушки. Всем пока. Раньше здесь был мат.